Вот мне кажется, что хорошо, что сейчас стали снимать кино вот про советских легенд. И именно кино для молодежи. Я говорю про легенду номер 17, да. Про Харламова. Вы там сыграли кого? Я фильм не видел, но читал много восторженных я отзывов. Я единственный отрицательный герой в этой картине. Да. Значит, я человек, который... Мы пытались, даже не так до конца и не определили, кто я по должности. Ага. Что-то такое, какой-то куратор спортивный, куратор спорта в ЦК, ага, КПСС. Угу. Тогда там и отдела спорта, по-моему, не было. Ну, уже никто ничего не знает. Кто-то курировал же все равно. Да. Да. Ну, вы вот кино-то видели или вы это просто сняли с ним? Фильм? Да. Я видел, да. Что я видел, что очень скажете? Им доволен. Я был на премьере, мне очень понравилось, ага, как принимал зал. Со мной рядом сидел внук и внучка, которая еще, конечно, не доросла до этого фильма, но внук уже вполне. И дочка сидела, угу, и мы, и мои студенты пришли. Угу. И, в общем, все, так сказать, социальные средства общества присутствовало. И были спортсмены, был Третьяк, ко мне подошел Фетисов, подошла Тарасова. Вот я думал, что они начнут бухтеть. Так, так. Ну, конечно, все было не так, все было не в ту сторону, но, к моему удивлению, они в восторге. Известно, что когда вышла картина «9 дней одного года», то физики вот как раз вдруг начали бухтеть, что, ну, что за хреновина, так быть не может вообще. Нельзя получить порцию там этого самого... облучение, в общем, ерунду. Не понимая главного, что этот фильм сработал на физиков как таковых, на авторитетах в обществе. Как хорошо, что вот когда люди сделают дело, и оно им нравится. Вы так хорошо рассказываете. Да. Ну, короче говоря, картина очень хорошая, очень, чрезвычайно получилась. И я сейчас вот жду, случится ли это, подтвердится ли вот наши такие оценки. И подтвердятся они все-таки цифрами проката. А. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.